Кунг-фу. 12 знаков зодиака. Третий сезон. Чей хвост лучше? Я так себя люблю. Понятно почему. Я так хорош, я так пригож. Мне скромность ни к чему. Шалун, шалун. Какой же я красавец. Мне положен приз за красоту. Шалун! Кто здесь? Шалун, что ты делаешь? Здравствуй, Эпсилон. Ты заметил, какой я красивый крыс? О нет, Шалун! Шалун, ты цел? Кажется, да. Вытащи меня. Конечно. Ух ты, наш мэр просто супер. Вы только что спасли жизнь хвостом. Драконий хвост Эпсилона великолепен. Он лучше всех наших хвостов. Лучше других? Да. Лучше других, неплохо. Великолепный хвост. Великолепный хвост, у Эпсилона великолепный хвост. Эпсилон, Эпсилон, великолепный хвост. Великолепный хвост. Великолепный хвост. Какое вкусное ожерелье. Жизнь прекрасна. Доброе утро, защитник. Доброе утро, мэр. Привет, Шалун. Что ты здесь делаешь? Опять какой-нибудь ерундой занимаешься? Защитник, ты ничего не знаешь. Я ухаживаю за этим хвостом, который теперь известен как великолепный хвост. Великолепный хвост? Да ты посмотри, разве не прелесть? Ничего особенного. Хвост себе и хвост. У меня тоже есть хвост. У меня отличный хвост. У меня роскошный хвост и полезный. Всякий знает, он от мух меня спасает. Ну как? Ух ты, красота! Прелесть! Обожаю танец хвоста. Что? Танец хвоста? Большое спасибо. Я рад, что вам понравился мой танец. Видел, Эпсилон? Только такой изящный хвост, как у меня, может называться великолепным. Что? Эпсилон, ты должен признать, что у защитника хвост не хуже твоего. По-твоему, это красивый хвост? Ничего особенного. Точно! Великие умы думают одинаково. А танец хвоста может исполнить любой. Правда? И ты можешь? Смотрите. Ну как? Что скажете, понравилось? Назовем его танец петушиного хвоста. Ничего особенного. Да уж, таким хвостом никого не спасешь. Шалун, идем. Только ты способен оценить мой танец хвоста. Я станцую его для тебя. Эпсилон. Да, Шалун. Я думаю, эти хвосты очень даже ничего. Что? По-твоему, и у петуха, и у пони такие же замечательные хвосты, как и у меня? Ну, вообще-то... Вы говорите о хвостах? А? Кто здесь? Эпсилон, это я. Мне показалось, вы говорили про хвосты. Ты прав, Гром. И знаешь, у кого самый красивый хвост в нашем городе? Кажется, знаю. Так скажи нам. Я полагаю, это хвост тигра-мастера кунг-фу. Твой? Сейчас я вам покажу, что такое по-настоящему классный хвост. Здорово! Не то слово, это всем хвостам хвост. Ну и ну, здорово. Действительно великолепный хвост. Шалун. Просто невероятный хвост, вам не кажется? Ничего особенного. Что? Ты должен знать одну вещь. Вот этот хвост только что спас жизнь. Ты должен удивиться. Тише, тише. Успокойтесь, успокойтесь.
Доброе утро. Доброе утро, молот. Ух ты! Вот это меткость! Даже лучше, чем мой хвост. Ладно, раз у большинства из нас есть хвосты, объявляю сегодня вечером конкурс на лучший хвост. Конкурс на лучший хвост? Он состоится на городской площади. Не пропустите! Конкурс на лучший хвост начнется прямо сейчас! Почему никто не пришел на конкурс? Подождем еще. Все знали про конкурс, но лишь немногие осмелились принять в нем участие. Значит, мой хвост самый лучший. Что это? Дротик? Нет. Это я пришла. Эпсилон, что смешного? Я не гожусь для участия в конкурсе? Тень, не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, твой тощий хвост годится лишь для того, чтобы держать веер. Перед вами самый сильный, самый подвижный и самый смертоносный хвост во всем городе. Вы что, действительно думаете, что эта твердая чешуйчатая штуковина заслуживает именоваться великолепным хвостом? Глупость. Штуковина? Нечего повторять всякую чушь. Странник, приготовь все для моего выступления. Слушаюсь. Ну вот, тень, все на месте. Пора начинать. Неужели метание кинжалов? Столько сидра пропало. Это не сидр, это вода. Правильно. Я бы не стала переводить сидр. Мне страшно, я ухожу. Хвост тени настоящее метательное орудие. Тихо. Я буду победителем, и правила устанавливать тоже буду я. Так нечестно. Но тебе меня не испугать. Я уверена, что побью тебя в любом состязании. Тут 25 свечей. Победит тот, кто потушит хвостом больше свечей. Эпсилон, я знал, что ты сможешь, ты лучше всех. Гасить свечи? Детские игры. Детские игры? Посмотрим, что у тебя получится. О, отличное выступление! Вот великолепный хвост! Погодите! Она нарушила правила. Не разрешается применять никакого оружия. Никакого оружия? Таковы правила. Тень, ну давай, все ждут. Начинай. Горячо, очень горячо. Да ну, боишься? Эпсилон, тебе просто повезло. Повтори еще раз, если у тебя так хорошо получается. Что скажете? Убедились? Вот великолепный хвост! Эпсилон! Мой хвост! Мой хвост! Помогите потушить его! Мой хвост! Дорогу! Дорогу! Странник, это вино, а не вода! Великолепный хвост поджарился. Ну и запах!
Эпсилон, с тобой все в порядке? Как ты? Прошу вас, оставьте дракону немного гордости. Как у тебя, как у нас тут.